Уважаемые жители Ульяновской области, дорогие друзья, от всей души хочу поздравить вас с наступающим 2024 годом. Год, от которого мы ждем больших перемен. Перемен в укреплении нашей страны, позитивных перемен в экономике всей страны, в экономике нашего субъекта, наших муниципальных образований. Связываем большие надежды с успехом наших ребят в специальной военной операции. И сегодня, как никогда, мы все с вами доказываем, что Россия – это единая, большая, сплоченная страна. И фронт, и тыл сегодня все едины. Но в эти предпраздничные дни хочется вам пожелать, дорогие друзья, искренне доброго здоровья, настроения новогоднего, и чтобы все мечты сбылись. С наступающим вас Новым годом!